Всем доброго времени суток, дорогие мои друзья, партнеры, гости нашей компании. Сегодня мы с вами снова будем говорить о компании X-Energia. И снова с вами я, Наталья Айвазовская из Соединенных Штатов Америки. Я вам сегодня постараюсь рассказать очень коротко о компании, но самое главное, хочу убедить вас в том, что компания пришла на рынок всерьез и надолго. Компания дает огромные возможности для заработка, получения биткоина и, конечно же, получения финансовой независимости. Вот первый слайд, который я всегда выставляю, вы видите, рука, показывающая или протягивающая нам биткоин. Наша с вами задача – получить этот биткоин, заработать этот биткоин и стать, конечно же, независимыми финансово. Потому что биткоин сегодня растет как никогда. Он уже сегодня достиг более 10 тысяч долларов, то есть стоимость его. Поэтому мы говорим, всегда в компании нужно быть первым. А компания открылась совершенно недавно, 19 апреля 2019 года. Ей всего лишь 2 месяца с небольшим, но о компании знает уже почти весь мир. Сюда уже вошли структуры и из Северной Америки, и из Южной Америки, и из стран, европейские страны, и, конечно же, Россия. Россия, как неудивительно, сейчас занимает, наверное, лидирующее место, потому что третий язык, который будет включен в компанию, это, как ни странно, русский язык, потому что нас с вами, дорогие друзья, уже много. Итак, компания. Компания X-Synergia. 100% испанская компания. Несмотря на то, что в компании очень большие налоги по бизнесу, это 25%, это очень большие налоги. Компания зарегистрирована в курортном городе Испании Малага. Там, где и живут сами основатели компании, это братья-бизнесмены Луис де Мена и Энрике де Мена. Луис де Мена является президентом компании, а Энрике де Мена, он генеральный директор компании. Сами братья бизнесмены более 20 лет уже ведут бизнес на земле. И почему мы будем говорить о том, что я буду часто подчеркивать, что компания надежная? Дело в том, что тот бизнес, который они ведут на земле, а это в частности туристический бизнес, они его соединили с нашей компанией, то есть компанией X-Energia. Хотя у них все бизнесы как раз идут под этим названием, то есть X-Synergia, умноженная, удвоенная энергия, так будем говорить просто, ну, простыми словами. Итак, цель компании X-Synergia – дать все возможное своим партнерам для того, чтобы они могли зарабатывать как можно больше и получили, наконец, эту долгожданную финансовую свободу или, как мы говорим, финансовую независимость. На этом слайде вы видите президента компании Луиса де Мена. Он как раз дает интервью нашим лидерам, которые вместе с переводчиком приехали в офис познакомиться с ним лично, познакомиться с компанией, посмотреть документы, убедиться в том, что компания не только легальна, то есть имеет все документы оформлены правильно, но и она надежная, потому что легальность не всегда признак надежности. Вы понимаете, зарегистрировать компанию можно, но нужно, чтобы она еще и работала. Так вот, Луис де Мена познакомил наших лидеров со своим офисом, который, кстати, является их личным. Они его не арендуют, это личный офис, который сейчас в ремонте, и он будет центром, координационным центром нашей компании. И рассказал о том, какие задачи ставит компания, какие возможности в компании, а их, конечно, очень и очень много. Вот об этом мы сегодня как раз с вами и будем более подробно говорить. Чем занимается компания? Компания у нас, наша компания X-Energia, не трейдерская, она занимается арбитражем.
Что такое арбитраж, мы с вами будем говорить отдельно об этом, будем школы проводить. Сегодня только скажу одно, что в компании есть арбитражный бот. Бот – это сокращенное название слова «робот», используется только в интернете. И это искусственный интеллект. Но искусственный интеллект, вы сами понимаете, он создан людьми. Арбитраж создавался более года в компании. То есть эта разработка арбитража шла более года. И чтобы создать вот этот бот есть разработка самой компании. То есть сам вот этот интеллект искусственный создали программисты компании. И с помощью этого робота сегодня работает арбитраж в компании. То есть зарабатывает нам, для нас с вами пассивный доход, который мы можем получать 5 дней в неделю и по процентам от 0,5% до 3%. Средний процент – это примерно 1,3%, 1,4%, 1,5%, 1,6%, 1,8% даже был процент в неделю. 5 дней в неделю мы получаем вот этот процент. Конечно же, для серьезных инвесторов это очень хороший процент, это очень большой процент. Для всех нас с вами это тоже хороший процент, и это есть пассивный доход. Для тех людей, которые не хотят приглашать или не любят приглашать партнеров, могут войти, приобрести определенный пакет и работать на пассиве, то есть получать пассивный доход от компании. Кроме этого, в компании есть сайт туризма, на котором каждый партнер на этом сайте может приобретать билеты на самолет, на поезд, арендовать машины, отели, и все это по сниженным ценам. Никому не хочется переплачивать. Мы можем все это делать именно со скидками, то есть приобретать все со скидками. Причем мы можем приобретать, скажем, билеты, заказывать отели не только для себя лично, но и для наших родных, близких, знакомых, друзей и так далее. И все со своего сайта. Кроме того, на этом же сайте мы можем еще и зарабатывать, потому что путешествия являются услугой нашей компании. Об этом мы будем говорить несколько отдельно и более подробно. Также в компании есть и обучение. Обучение, скажем, криптовалютам. Не все люди до сих пор даже знают, что такое биткоин. Не могут отличить биткоин от эфира или не знают, что такое альткоины. Обучение обязательно будет. В компании оно будет, конечно же, на английском, испанском языках. Возможно, присоединят и другие языки, и русский язык будет. То есть это будет официальное обучение. А так мы в компании будем проводить сами школу, то есть рассказывать людям и обучать их тому, что такое криптовалюта, как она работает, в чем ее достоинство и так далее. Итак, это программа Academy, то есть обучение. Да, кстати, еще скажу, что в компании будет открыта, сейчас разрабатывается, будет открыта своя криптобиржа, и, естественно, тогда возможности компании будут еще больше, и надежность ее тоже будет еще больше. В компании обязательно будет дебетовая карта, MasterCard, которая даст возможность легко выводить деньги из любого банкомата мира и превращать их в ту валюту, которая вам необходима. И, наконец, самое основное, конечно, это маркетинг. Маркетинг в компании очень легкий, доступный и, конечно, рабочий. Вы видите, что здесь есть пакеты. Пакеты от $100 до 50 тысяч. То есть любой человек, какие бы у него ни были возможности, он может приобрести этот пакет и получать постоянный пассивный доход. То есть о чем это говорит? Если серьезный инвестор может войти, скажем, на 10 тысяч, приобрести пакет, или на 20 тысяч, на 50 тысяч, то человек, у которого меньшие возможности, он может начинать работать даже со $100. $100, вы понимаете, что найти может практически каждый человек и приобрести этот пакет
и начать зарабатывать не только на пассиве, но и, конечно же, работая в компании. Как работать, это я вам расскажу несколько позже. В компании на автомате будем получать, на полном автомате, причем от 0,5% до 3% ежедневно, кроме субботы и воскресенья. В компании первый источник дохода – это пассивный. Второй источник дохода – это прямые продажи. Если человек, приобретя любой пакет, все-таки решил зарабатывать, не просто на пассиве ждать проценты и, как говорится, собирать их, а решил зарабатывать большие деньги, серьезные деньги, то он начинает рассказывать людям о нашей компании, и люди, понимая, что компания надежная, в компании можно заработать, также приобретают пакеты. Если сам приглашенный приобрел пакет от $100 до $500, то он получает от своего партнера 6% за прямые продажи. Если же его пакет от $1000 до 10 000, естественно, его прибыль больше. 8% с каждого приобретенного пакета его партнером. И, наконец, если он сам серьезный инвестор, и у него пакет за $20 000 или за $50 000, то, естественно, и прибыль от других партнеров у него намного выше. Это 10%. Это прямые продажи. Так что получайте бонус от 6 до 10%, лично приглашая в компанию X-Synergy. Это тоже хороший источник дохода. Существует в компании карьерная лестница. Поднимаясь по карьере, я сейчас не буду рассказывать о каждом отдельно, как можно подняться, потому что здесь очень маленький слайд, его мы будем переделывать, и будем на школе определенно точно рассказывать, как это сделать, потому что здесь много нюансов. Только я скажу одно. Чем выше вы поднимаетесь по рангам, тем больше вы, естественно, зарабатываете и получаете прекрасные подарки от компании. А, кстати сказать, подарки – это тоже говорит о надежности компании. Если в компании есть подарки, это значит, компания работает серьезно и надежно. Итак, вы получаете iPhone, вы можете получить следующий MacBook, лаптап, то есть ноутбук, но очень хорошего качества, естественно, это уже Mac. Далее вы можете получить международное путешествие на двоих. И, наконец, если вы достигнете определенного ранга, вы заходите в элитный клуб, в котором вы можете заработать одну из этих машин. Машина класса Mercedes класса A, Mercedes класса C и машина класса Maserati Gran Turismo. Мне даже сложно выговорить, потому что я никогда, говорю, в Америке эту машину еще не видела. Это очень дорогая элитная машина, и, видимо, не только у людей действительно с большими-большими доходами. Итак, это клуб любителей скорости уже называется. И теперь я вам скажу несколько слов о том, что такое ежемесячный бонус клубе и какие есть здесь преимущества. Итак, если вы по рангу достигли определенного уровня, а конкретно, я скажу, это ранг эмеральд или изумруд по-русски, то вы будете от компании получать ежемесячно, услышьте меня правильно, ежемесячно, до 3% от дохода всей компании. Вы можете себе представить? Не от дохода вашей структуры, а от дохода всей компании. Будете получать ежемесячно до 3%. Это очень большие деньги. И использовать эти деньги вы будете на туризм. Потому что туризм – это главная услуга компании. Очень важно. Сам Луис де Мена, президент компании, сказал, чаще всего люди, которые хорошо работают, много зарабатывают в компании, у них не хватает ни времени, ни денег на отдых. Так вот, поэтому он и говорит, что здесь будет возможность именно отдыхать, эти деньги использовать для приобретения
билетов на самолеты, для приобретения каких-то туров специальных, интересных, международных и так далее. То есть вы будете получать до 3% от дохода всей компании. Это тоже говорит о том, что компания пришла на рынок надолго и всерьез. Несколько слов скажу о том, какой продукт все-таки в компании. Почему мы еще раз подтвердим, что компания надежная, не просто легальная, но она очень надежная. В компании есть услуги и продукты. Вот почему о ней узнал весь мир, об этой компании? Я сразу скажу так. Потому что она легальна, надежна. В компании легкий, очень понятный и рабочий маркетинг. И в компании высокие заработки, пассивный доход от инвестиций, есть продукты и есть услуги. Так вот, услуги – это то, что мы не можем потрогать и пощупать, но мы этим можем пользоваться. Одна из главных услуг компании – это, конечно, туризм. Потому что наши создатели компании, основатели компании являются сами туроператорами. Трудно сейчас вот просто в рамках презентации пояснить, насколько это серьезно, насколько сложно добиться вот этой позиции быть туроператорами. У них на это ушло, у профессионалов 3 года, они шли к этому. Сегодня они, и уже давно они, хорошие, серьезные туроператоры в Европе. Мы с вами можем пользоваться услугами их труда, приобретая все, что нам необходимо, по сниженным ценам или добившись ранга изумруда, мы можем вообще путешествовать с вами бесплатно по всему миру, потому что это будут серьезные деньги. Итак, первая услуга – это туризм. Но наша главная услуга, мы хотим сказать, что это наш продукт, но это на самом деле услуга, это арбитраж. Это арбитраж, на котором работает наша компания. И мы получаем пассивный доход от работы на арбитраже. Арбитраж работает с помощью бота. То есть бот как бы проверяет, где можно дешевле его купить, биткоин, и где дороже продать. И вот эта разница, это и есть наши с вами проценты, которые мы получаем 5 раз в неделю. Хочу сказать еще вот что. Для того, чтобы вы были уверены в том, что компания надежная, в компании существует стабилизационный, или, как мы говорим, гарантийный фонд. От каждой сделки на арбитраже 32%, это очень большой процент, 32% идут не в карман, как мы говорим, создателям, а идут в стабилизационный фонд. Для того, чтобы в случае каких-то непредвиденных обстоятельств в компании были деньги, и партнеры получали свои проценты. Вот почему мы говорим, что процент может быть от 0,5%, это когда что-то может быть неудачное, до 3%. Но сейчас все, как говорится, вот все это время, 2,5 месяца компании работает, никаких неудач еще, слава богу, не было. И постоянный доход где-то от 1,3% до 1,8%. Это нормальный, хороший процент, 22-25% до 28% в месяц. Поверьте, что это очень серьезный и очень хороший процент, особенно для серьезных инвесторов. Кроме этого, кроме этих двух услуг, у нас есть конкретный товар, то есть продукт. Это целая линия e-commerce, то есть также у нас на сайте есть отдельно сайт, который мы должны подписаться и можем приобретать любые товары с эмблемой компании. Это могут быть и сорочки, и вы видите здесь сумка, там есть и часы, и много других товаров. Но эта линейка товаров будет постоянно пополняться, и она будет именно с эмблемой нашей компании. Это очень-очень важно, конкретный продукт. И, наконец, самое главное – MLM компании, то есть бинар. Бинар, на котором мы с вами будем зарабатывать деньги для того, чтобы делать апгрейд и повышать свои пакеты. Что такое бинар? Бинар – это вообще на сегодняшний день это самый выгодный маркетинг. И, конечно же, все сетевики знают, что самые большие чеки сетевики получают
именно от бинара. Слово «бинар» обозначает «два». То есть у вас должно быть два партнера. Один партнер справа, другой партнер слева. И начинаем строить структуры. Чаще всего одна структура идет спонсорская, и мы в ней работаем очень слабо, потому что она сама по себе с помощью переливов работает. И мы работаем фактически только в слабой структуре. Мы поднимаем эту слабую структуру, но, конечно же, мы наблюдаем, чтобы обе структуры не так сильно отличались друг от друга, потому что мы хотим зарабатывать. Так вот, что в нашем бинаре самое лучшее и чем отличается наш бинар от других бинаров? Так, во-первых, нет никаких обрезаний ни по процентам, ни по уровням. У нас уровни до бесконечности. В некоторых компаниях всего 10 уровней, все обрезано. Дальше вы уже не можете получать деньги. Здесь же с малой структуры вы получаете 10%, вы можете получать еженедельно, ежедневно, ежечасно, ежеминутно. Как только к вам вашу малую структуру или меньшую структуру пришел партнер, приобрел пакет, проплатил его, у вас тут же 10% от этой суммы появляется на балансе. Моментально, в секунду, это уже проверено, появляется 10%. Это очень интересно и очень важно. И, конечно же, самое интересное – это то, что мы все с вами любим – это переливы. Переливы до бесконечности. Спонсор подписал человека, этот человек, вы понимаете, что под ним уже нет места, то есть он может лично встать, конечно же, не только два человека подписать, двух человек подписать под себя справа и слева, он может и четверых, и 10 человек подписать, но эти люди в любом случае падают по переливу вниз, и получается, что вся структура получает перелив, и вся структура получает 10% от приобретенного пакета этим человеком. Я думаю, что это понятно. Самое главное – бинар, который нам принесет очень большие деньги, и бинар, который нам даст возможность повышать наши, приобретать, вернее, большие пакеты. А теперь, внимание, я сейчас буду говорить только о деньгах. Зарабатывая в компании, мы зарабатываем прежде всего биткоин. Мы пришли сюда, у нас шанс. Дорогие друзья, биткоин стоит больше 10 тысяч. Очень многие люди сейчас заходят в компанию X-Energy для того, чтобы заработать биткоин. И у многих это единственный и, может быть, последний шанс, потому что биткоин будет стоить ни много ни мало, и 50 тысяч, и 70, и больше, и так далее. Я вам только скажу, приведу один простой пример. В 2017 году я тоже работала в одной из компаний, мы зарабатывали биткоины. Биткоин в мае месяце стоил 1000 долларов. Мы очень ждали, что биткоин поднимется до 2000, и это была бы большая радость. Но так как я долгое время с семьей, мы жили 20 лет в Нью-Йорке, у меня остались там знакомые, и знакомые, которые работали на бирже, аналитики. И, конечно же, я все время с ними советую, спрашиваю. Было сказано, что биткоин, начиная с августа месяца, будет расти и будет и достигнет примерно 13-15 тысяч долларов. Вы знаете, как надо мной смеялись все, не верили. Говорили, что этого быть не может, а тысячи за несколько месяцев до 15 тысяч быть не может. Биткоин поднялся до 20 тысяч долларов. И был даже 21,5 тысяч он достиг. Сейчас аналитики предсказывают, что биткоин будет расти и подниматься минимально до 50 тысяч долларов. Представьте себе, а мы с вами фактически первые в компании. Компания только начала свою работу. Значит, у нас с вами есть шанс заработать деньги, заработать биткоин. А вы знаете, биткоин можно легко перевести в любую валюту мира. Но это будут уже очень серьезные деньги. Значит, вывод денег и ввод денег в компанию происходит через, или производится через систему, через платежную систему биткоин. То есть вы деньги вести долларами не можете,
только через платежную систему биткоин. Выводятся деньги тоже через платежную систему биткоин, но так как у нас с вами будет дебетовая карта, то мы можем деньги выводить на эту карту, держать можем в этой карте деньги или же обменивать на доллары. Но так как биткоин растет, то интереснее всего нам держать эти деньги, конечно же, в платежной системе биткоин, чтобы биткоин продолжал расти. Это первое. Второе. Вывод денег. Значит, минимальный вывод денег – это 50 долларов. Вывод происходит в компании один раз в неделю. Это пятница. В пятницу вы ставите деньги на вывод, и в понедельник вы их получаете. Но это имеется в виду платежная система биткоин. Мы не говорим пока о дебетовой карте. Там будет совершенно по-другому. Итак, пятница, вывод денег – один раз в неделю. Минимальная сумма вывода – 50 долларов. Теперь по бинару. Получение заработка и вывод денег. Значит, по бинару вы можете зарабатывать неограниченное количество денег. Неограниченное. Но, смотрите, на балансе у вас будет столько денег, равное, то есть сумма равная сумме вашего пакета. Представьте себе, что вы приобрели пакет за 300 долларов. Ну, примерно 300 долларов пакет. А заработали вы сегодня 500 долларов. То есть, может быть, несколько инвесторов приобрели пакеты. Может быть, один инвестор приобрел пакет за 50 долларов. И в меньшей структуре вы получили 10%, то есть 500 долларов. У вас на балансе появится сумма только 300 долларов, не 500, а сумма, равная сумме вашего пакета. А теперь представьте дальше. Завтра вы кто-то тоже вошел у вас, допустим, на 10 тысяч долларов, и вы получаете 10% 1000 долларов, но на балансе у вас снова только 300 долларов. Остальные деньги остаются в компании. Они никуда не уходят, они никуда не денутся, они ваши, но они временно остаются в компании. Далее приходит пятница. У вас на балансе существует определенная сумма, но вывести вы можете только сумму, удвоенную вашей сумме вашего пакета. Значит, вы можете вывести только 600 долларов. Для чего сделано такое ограничение, такой лимит? Для того, чтобы компания никогда, во-первых, не соскамилась, чтобы в компании были деньги, это первое. Но самое главное, это для нас с вами очень большая мотивация к действию. То есть мы постоянно будем повышать свой пакет, то есть приобретать все больше и больше пакет и получать больше денег по пассиву. Для этого нам нужно будет вывести эти деньги, допустим, 600 долларов вы выводите, делаете апгрейд, снова вводите деньги в компанию, делаете апгрейд, например, на 500 долларов или на 1000 долларов, и тогда вы сможете уже ежедневно получать, например, 500 долларов, а не 300, и выводить в конце недели, в пятницу, уже не 600 долларов, а если у вас 500 долларов пакет приобретен на 500 долларов, то вы можете уже выводить 1000 долларов. А если вы приобрели пакет уже на 1000 долларов, то вы сможете выводить уже каждую неделю 2000 долларов. Вы понимаете? То есть удвоенная сумма. Вот это очень важно понять. Деньги ваши, еще раз повторяю, никуда не пропадут, они в компании. Чем выше будет купленный вами пакет, тем больше возможность вывода денег. Это не ограничено. То есть вы пакет будете делать апгрейд, приобретать новый и новый пакет. Причем те пакеты меньшие, которые у вас были в кабинете, они исчезают. Вы не можете приобрести, если у вас пакет уже на 500 долларов, вы не можете приобрести пакет на 100 долларов,
на $300 или на $500. Вы должны приобрести следующий пакет только на $1000 или на 3000 или на 5000 и так далее. А те пакеты просто уничтожаются уже. Но если вы хотите все-таки приобрести пакет меньше, то вы должны просто-напросто сами под себя еще раз подписаться. Это тоже удобно, выгодно, и продолжать развивать свою структуру. И еще внимание. При вводе денег, при покупке пакета и вводе денег в компанию мы активируем свой пакет. Активация стоит $15. Если вы приобретаете пакет, скажем, за 300, за $500, у вас, вам сразу компания показывает, что вы должны оплатить 315, $515 или $10015. То есть $15 – это активация. Все переходит в биткоин, вам показывает, сколько это будет стоить в биткоине. Чем выше биткоин, тем немножко меньше сумма получается. Не удивляйтесь, потому что много раз было так, например, человек хочет войти на $100, а ему показывают, что он должен заплатить не 115, а 114. Но потом там идут какие-то маленькие проценты при переводе денег, и получается $116. Это в среднем. Значит, $15 – это активация. Причем, когда вы делаете апгрейд своего пакета, то вы также заново проплачиваете $15. То есть вы заново активируете свой пакет. Значит, заново нужно еще раз проплатить $15. Зарабатывая большие деньги, я думаю, что $15 это уже не имеет никакого смысла даже об этом особо говорить. Но вы должны знать, что это за деньги, почему вы их должны проплачивать. Комиссия на вывод составляет 6%. Все компании MLM берут комиссию на вывод. Только одни об этом заявляют, а другие нет. И берут иногда не 6%, а все 10 и больше. Но об этом вообще не говорят. И мы говорим, ой, вот какие платежные системы, значит, нас обманывают, берут большие проценты и так далее. Нет, дорогие друзья, все компании при выводе денег ставят комиссию на вывод. Это тоже важно знать. Так, теперь хочу сказать еще вот о чем, что в нашей компании будут, конечно, различные промоушены. Я сегодня не буду об этом говорить, потому что один из лидеров сейчас находится как раз в Малаге и выясняет все подробности. И поэтому мы, в общем-то, я на первой презентации сказала о промоушене, сейчас я не буду об этом говорить, когда мы уже точно все узнаем, и все подробности будем уже объявлять на презентациях. Будут у нас промоушены, будут подарки, будут большие чеки, будет много радости. Я надеюсь, что со многими мы сможем встретиться в самом курортном городе Испании Малага, побывать в огромном офисе 600 квадратных метров, который занимает это очень большой офис. Он будет координационным центром. И, кстати сказать, техподдержка, которая уже начинает работать, значит, на испанском и английском языке она работает. И третий язык первым подключают – это русский язык. Это, конечно, для нас с вами очень и очень большая радость, потому что можно общаться на своем родном языке, если какие-то вопросы непонятные, неясные, все это можно выяснить очень быстро и очень легко. Так, и ну, здесь реклама, человек держит символ. Мы все хотим держать этот символ в руках. Это символ, не существует биткоина, конечно, ни золотого, ни серебряного, никакого. Это цифровая валюта, и наша цель с вами – заработать этот биткоин. Сам биткоин не является финансовым продуктом, он не является, но он является продуктом нашей инвестиции. Мы зарабатываем с вами биткоины. Биткоин, который нам принесет очень и очень хорошее настроение, удовлетворение, потому что это будет, ну, если не финансовая независимость, то во всяком случае это будут очень серьезные деньги. А мы стремимся именно к финансовой независимости. И кто поставил себе эту цель, добиться ее можно. Поймите, дорогие друзья, мы в самом начале.
Только компания начинает работать. Она сейчас добавляет какие-то новые инструменты. Причем добавляет очень серьезные инструменты. Очень много чего будет в этой компании. И компания не может просто так взять и соскамиться, потому что слишком большой риск. Это прежде всего для самих создателей. Они туроператоры. И они создали, то есть этот арбитраж. Больше года работали. Это все то, что работает реально. Все то, что работает реально. И когда создавалась компания, каждый ее шаг при создании контролировался адвокатом для того, чтобы не было никаких сбоев. Абсолютно. И еще что в интервью сказал сам президент о том, что в офисе будет координационный центр. Не только, значит, будет техподдержка, но и контролироваться будет все. То есть там будут специалисты работать по выплате комиссионных, и комиссионные будут выплачиваться как на автомате, так и вручную проверяться для того, чтобы не было абсолютно никаких сбоев. Ну и последнее, что я хочу сказать. Конечно, Испания – это, в общем-то, центр Европы, и не так далеко находится от России, и у кого есть желание, можно назначить время, поехать, познакомиться, увидеть все это воочию. Оказывается, уже десятки, сотни роликов на всех языках мира. И на чешском, и на польском, и на английском, на испанском. Это, естественно, на всех языках мира эти ролики. Люди узнали о нашей компании именно потому, что она, еще раз хочу в конце сказать, что она не только легальная, она надежная компания. И пришла она на рынок надолго и всерьез. И мы с вами в правильное время и в правильном месте. Поэтому не думайте долго. Входите, становитесь партнерами нашей компании, и вы также заработаете деньги, заработаете биткоины и будете очень успешны. Ну и последний слайд я вам просто покажу. Это я вам все рассказала, здесь очень мелко, я вам все рассказала о финансах, о вводе и выводе, все абсолютно я вам рассказала, и только хочу сказать, что действительно X-Energy, запомните этот логотип, он вам пригодится, потому что именно он может вас привести к деньгам и к финансовой свободе. Так вот, это самая умная криптоплатформа в мире. Почему она самая умная? Я вам только скажу одно. Потому что наши создатели, сами они и программисты, и бизнесмены, причем очень успешные. И эта компания, она не плод вот сегодняшнего дня, они ее разрабатывали очень долго. Сам арбитраж, я вам уже сказала, больше года разрабатывался. И искусственный интеллект, который мы называем ботом, это тоже разработка самой компании при непосредственном участии президента компании Луиса Демена. А брат его инженер, он генеральный директор. То есть, естественно, вы понимаете, что роль генерального директора очень важна. Это и маркетинг, это и финансы, и все остальное. На этом я сегодня заканчиваю свою презентацию. Так, просмотрел ролик другого спикера, который подчеркнул, что вывод по бинару в день не более стоимости пакета. Так, остальные остаются в компании навсегда, то есть сгорают. Это полная чушь, полная чушь. Деньги никуда не сгорают, это вами заработанные деньги, они сгореть просто-напросто не могут. Как они могут сгореть? Вы их заработали. Каким образом они сгорают? Так что, Алла, не беспокойтесь, деньги не сгорают, деньги остаются в компании. Никаких обрезаний по процентам, по деньгам не существует в компании. Поймите вы это, пожалуйста. Деньги ваши никуда не денутся. Завтра у вас не будет, скажем, нового партнера, а эти деньги ваши появятся на балансе. Так, больше вопросов нет. Я с вами прощаюсь, дорогие друзья. Всего вам доброго. И презентации сейчас я буду проводить каждый день для того, чтобы вы могли приглашать своих друзей, знакомых, чтобы они знали о нашей компании, чтобы ваши структуры, наконец, стали разрастаться. И тогда мы с вами действительно будем очень успешны.